В преддверии Дня защитника Отечества на арене Мариэл прошли соревнования по одному из самых захватывающих видов спорта – регби. Подробности в нашем сюжете. Регби – это олимпийский контактный командный вид спорта, в котором главной целью является совершение результативных действий, а именно поражение ворот соперника или занос мяча в зачетную зону оппонента. Ишкаролинские регбисты на олимпийский уровень пока не вышли, но все предпосылки для достижения высоких результатов у ребят есть уже сейчас. 22 февраля в столице Мариэл состоялся открытый турнир среди юношей 2006 года рождения. Одним из организаторов турнира был Красный город. В Ишкаролу приехали сильнейшие команды из разных регионов России. Приезжие команды, есть традиционные соперники, с которыми мы встречаемся часто. Это, конечно, ближайшие к нам соседи Казань. И, конечно, появляются новые дальние соперники, такие как Пермь. Регби отличает особая зрелищность соревнований. Именно поэтому и в этот раз арена Мариэл собрала большое число не только участников турнира, но и зрителей, приехавших поддержать своих спортсменов. Одной из самых дальних по расстоянию команды Ишкаралы стала команда «Витязь» из города Пермь. По поводу нашей подготовки мы были готовы физически, но не были готовы технически. И как бы проиграли в технике. Эти соревнования дались нам очень тяжело. Вот. Ну, мы сделали выводы и будем работать дальше, исправлять ошибки. Надеемся показать лучший результат. По итогу турнира третье место заняла команда «Молот» из города Чебоксары. Команда наша называется «Молот Чебоксары». Мы из столицы Чувашской республики. Детская именно команда у нас существует третий год, а так регби в Чувашской республике существует 10 лет уже. Детьми занимаемся только последние 3 года. Организация турнира, как всегда, на высшем уровне. Шикарный манеж. В финале же встретились лидеры турнира команды Красного города «Медведи-1», «Медведи-2». В упорной борьбе вверх взяли «Медведи-1». В 16 году мальчишек собрали во дворе. Реально вот, капитана команды со двора вытащил. У родственников, у друзей, детей как раз 6 года набирал. Ну, в нас сразу поверили, начали вкладывать, говорит, с нас деньги, вот, как клуб «Красный город». Мы стали ездить на поездки на Россию, и сейчас вот все плоды пожинаем. В республике Мариэл регби – популярный вид спорта. Им занимаются как мужчины, так и девушки. Благодаря организации «Красный город» занятия регби в Ишкар-Оле стали еще проще. Бесплатные тренировки, опытные тренеры – все это не сон для любителей регби в Мариэл. Последние 2 игровых сезона команда участвует в высшей лиге. Также команда регбийный «Красный город» уделяет большое внимание детскому регби. Фактически по всем возрастам имеются группы, где ребята могут заниматься этим интересным видом спорта. Если вы или ваш ребенок тоже хочет побеждать и становиться чемпионом, то скорее заходите на сайт mariregby.ru, узнавайте подробности и приходите на тренировки, которые проводятся бесплатно.